В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Славянском районе проводится много спортивных мероприятий. Так, в преддверии Дня защитника Отечества в спортивном комплексе «Буревестник» прошел ставший уже традиционным конкурс «А ну-ка, парни!». В ежегодном военно-патриотическом конкурсе «А ну-ка, парни!» приняли участие студенты Славянского филиала Кубанского государственного университета. Председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин поздравил ребят с наступающим праздником – Днем защитника Отечества – и пожелал им честной и упорной борьбы. Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» направлен на развитие физических качеств, учит работать в команде, воспитывает у молодежи чувство патриотизма, гордости, мужества и любовь к родине, уверен директор спортивного клуба «Буревестник» Александр Завальнюк. Уже не первый раз студенты факультетов нашего филиала соревнуются друг с другом в ловкости, умении, быстроте. В общем, что должно сопутствовать молодому человеку нынешнего времени? Будущие защитники Отечества показали зрителям и болельщикам свою скорость, ловкость, меткость, а также силу командного духа. Ведь защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».